Привет, друзья! Приветствую вас на канале. С интересного зрелища начинаю фильм. Я свои кружки-катки еще не проверял. Дядя Ваня вот свою уже проверил. Поймал щуку на 2 килограмма примерно. Один кружок потерял, каток вернее. И вот сейчас мы его случайно увидели опять у этого берега, где была шестерка моя. Оттуда пришел. И пока плыли, увидели, что он тонет полностью. Поэтому думаю, что нас ждет хорошее, интересное зрелище. Надеюсь на это. Мешаться мы не будем, но со стороны посмотрим. Как по нагрузке? Хера там. Она в траве запуталась. Сопротивление это нормальное? Да, какое-то нормальное. Так. Пиздец оторвало. Оторвало, ёпта. Леску оторвало. Всё. Ну, блядь, мужик, нет. А как так возможно-то? Веревку оторвало. Блядь. Ладно. Не ждал я такого. Здоровая была. Да, ребята. Вот так вот бывает. Не ждал я такого. Дядя Ваня расстроился весь. Поехал домой. Килограмм тоже 6-7, наверное. Ладно, проверяем наши. Ух ты, ух ты. Хотел сказать что-нибудь. А что-нибудь оно, вот оно. Первый размотанный. А вот здесь была большая у меня рыбина. Большая. Красноперка, что ли, подлещик. Да, щука есть. Щука есть. Начинаем. Ну, она такая, не могу сказать, что она очень-очень большая. Но такая, как бы, щука. Кто скажет, что это не щука? Если она сейчас освободится, это будет хорошо. Потому что она маленькая. Ой! Наверное, решила меня испачкать напоследок. Во! Во! Какая щука. Да. Не 3 килограмма явно. Ну ладно, чуток начало. А вот номер 2. На нем была поклевка. Ну и меня, как говорится, терзают смутные сомнения, что он, так сказать, сляги стащил со своего места. Будем так вот обольщать себя. Да то, что там поклевка-то стопудово. Он смотался со вторым поплавочком. Вот она, леска. Куда-то там идет. Куда-то там она идет. И там такая щука. Щука там такая. О, на окушка взяла. Что, может, свечку сделаешь? Как ты к этому относишься? Ой, только не надо вот этого делать, пожалуйста. Не запутывайся. Я не хочу запутываться. Какое-то... Ребята, приходит со временем спокойствие. Начинаешь уже ждать трофейную щуку. А когда клюют гномы... Ать! Гном убежал. Ура! Сломал крючок. Ха-ха. Вот что значит, так сказать, сказать не то, что нужно. Ну, это хорошо, что она ушла, потому что она маленькая. Эти маленькие щучки мне уже не очень нужны. Мне нужны большие. Все. Все, что не делается, все к лучшему. Ну что, друзья мои, последний 10-й с поклевкой. Это все, это уж дядя Ванины. Он тут меня обставил, так сказать, со всех сторон.
последний десятый. Посмотрим, что нам тут-то Бог послал. Он нам послал ободранную рыбу. Так что вот так вот. Всегда, когда начинаешь говорить, да ну, надоело ловить щуку, он раз и перестает ловиться. Так что такие дела. Назовем сегодняшнюю рыбалку передышка. Небольшая такая передышка. Вот такая рыбалка, друзья. Передышка. Поклевок, сколько поклевок? 4-5. Две щуки, одну упустил, одна осталась. Вот всегда хаешь погоду, мокро, холодно, снег, а щука-то брала получше, да? А вот сейчас вот солнце, такая вот красотень. Поклевок много, но я бы сказал, что много. Но они все пустые. Хватает и отпускает сразу. Ладно, ребята, все, до встречи на канале. До встречи на Валдае. Не забывайте подписываться на канал и ставьте обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих фильмах. Фильмов будет много. Все, друзья, пока.